все готово к началу первого тайма. Поехали. Смотрим состав Уфы. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Лоренцо и Бесильо. Яник Боли. Пока неплохо. Он с мячом опродал. Яник Боли. Гол! Мяч в сетке! И психологический аспект со счетов нельзя сбрасывать. Правда, это удар очень серьезный. Удар не только по воротам, удар по самолюбию, по психологии и вообще по всему остальному. 5 минут прошло, и счет открыт. Дмитрий Стоцкий. Сыграно-то точно, а вот стоило. Лоренцо и Бесильо. Может получиться интересная атака. Совсем не обязательная потеря. Игбун. Боли. И пробил. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Угловой. Пас в штрафную. Блестящее спасение! Навес. Попытка сделать навес. Защитник накрывает. Лоренцо и Бесильо. Тут защита справляется с потерей мяча. Владеет мячом команда и выбирает момент для опасного. Удар! Вратарь! Вот это сейв! Виктор Васик. Лоренцо и Бесильо. Посмотрим за этой атакой. Игбун. Повтор нам подтверждает, что у арбитров были все основания прервать эту атаку. Действительно был офсайд. Лоренцо и Бесильо. Неплохо действует игрок. Мяч. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Судья не преклонен. В такой ситуации желтая — это еще не самый худший вариант. И вратарь забирает этот мяч. И пас обратно. Скучновато. Лоренцо и Бесильо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Лоренцо и Бесильо. Вот это здорово! Отличная работа! Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобран мяч, надо возвращаться. Атака остановлена, но кто получит мяч? Какой-то, знаете, между собой. Пас вратарю, болельщики недовольны. Итак, у нас аут. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Нет, не удержал он мяч, защитник не позволил. Яник Боли. Ну а здесь кого винить? Только себя любимым.
Яник Боли. Так, неплохо. Удар. Прекрасный гол. Кто бы мог подумать, что мы почти не увидим борьбы на поле. Задавили, практически задавили. Много возможностей для взятия ворот, много красивых комбинаций, много ударов. Все это должно отразиться, конечно, и в статистике матча. Азамат Заси. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Могло бы получиться, но бы не считается. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Три минуты добавлено к основному времени. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. И 2-0 после первого тайма. Погода сегодня не радует. Это ладно, мы сидим в теплой сухой кабине, а игроки, болельщики, судьи непросто. Ну, по такой погоде вряд ли нам стоит ожидать сегодня искрометного футбола. Аут. Виктор Васин. Отлично сыграно, надо решать. А мяч уже у соперника. Потеря. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Продолжают владеть мячом очень долго. Боли! И со второй попытки голкипер спасает свою команду, не дал оформить дубль этому игроку. Похоже, сделал выводы из предыдущего момента. Грамотный пас, все по делу. Пас с фланга. Игбун! Отличный сейв вратаря. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Предупреждение. Может получиться интересная атака. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Просто невероятный перехват. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры исполнено. Неплохо действует игрок, мяч от... Штрафной удар. Яник Боли. Это может быть опасная атака. Дмитрий Стоцкий. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Посмотрим за этой атакой. Надежно играет защитник. Атака прервана. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Он накручивается. Яник Боли. Гол! Мяч в сетке! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Команда сегодня забивает ногу. Уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Дмитрий Стоцкий. Основное время истекает через 20 минут. Азамат Засей. Это может быть опасно. Удар по воротам.
Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Паршевлю. Яник Боли. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Боли. Это может быть опасно. Мяч летит в сторону ворот. Удар головой. И есть поддержка у этой атаки. Яковлев бьет головой выше ворот. Здорово было задумано, жаль, не прошло. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Виктор Васин. Игбун. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Атака остановлена, но кто получит мяч? Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар! Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Удар. Угловой удар назначает арбитр. Головой бьет он по мячу. Отличный навес. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Пока неплохо.